Всем привет, с вами Кейн, и сегодня продолжаю играть в Project Zomboid. Продолжаю выживать, или надеяться на выживание. А в любом случае, в прошлый раз я нашел неплохую сумку, целых 20 килограмм. Да и так у меня еще, в принципе, место есть. И ушел довольно далеко от дома. Блин, ночь, кстати. Фигово. Какие планы на сегодняшнюю серию? На самом деле, я хочу прежде всего залутаться. Надеюсь, найду что-нибудь полезное, интересное. И вернуться домой. И желательно при этом живым. Блин, у меня боль. Но при этом сейчас типа ночь. Ему бы хорошо поспать. А с болью он вряд ли уснет. Блин, я могу прям палатку собрать. Так, у меня бутылка воды. Она полная? Не полная. Почему я не могу наполнить водой? Что не так? Построить, разобрать. Не, раковина же. Слить на землю не хочу. Спички. Нож для хлеба, нож для масла. Бесполезные вещи для меня, по крайней мере. Чё морозилки у вас? Мороженое. Съесть полностью. Офигеть, 1700 калорий. Утром я должен проснуться очень толстый. Ах ты, грязный бинт. Здесь же есть информация о весе? Да, вес 80. Но я пока не толстею, не худею. Так, давайте-ка поменяем бинты. Вышло какое-то обновление, кстати, опять на эту версию. Не знаю, что именно изменилось. Частенько они ее обновляют, но мультиплеер пока не завозят. Что очень-очень обидно. Надеюсь, все-таки в ближайший там месяц-два, ну блин, максимум три, все-таки появится мультиплеер. И можно будет в это поиграть уже по сети. Подушка. Вот, здесь я могу наполнить бутылку воды. Зашибись. Игрушечная машинка, карандаш, красная ручка, подушка, синяя ручка. Не интересует. Уютненькая комнатка такая. И здесь мы, пожалуй, поспим. Здесь, видимо, девочка какая-то жила. Желтые занавески, розовые стены. Так. Не отдохнуть, спать. Вы испытываете сильную боль. Да, вот этого как раз таки опасалось. А обезболивающего у меня нет. О, уже не сильно. Уже можно спать. Незначительная боль. Там кто-то долбится. Да? Я ведь правильно услышал? Да, пришел тут один. Даже не один. И даже не двое. Как я приложил это? Ничего нехорошего нету. Блин, как меня вообще услышали? Где-то я видел ключ, нет? Да не, показалось же. Где-то был ключ. Вот, ключ. Не знаю, чего. Вообще не понимаю, конечно, чем я их собираю. Но пусть будут. Можно закрыть... Разбить штору. Закрыть штору. Темень такая. Пойдемте спать. Я не думаю, что они пробьют эту дверь и устроят мне сюрприз, как в прошлый раз. Стерильная тряпка. Чем у меня легкая тошнота-то? Тревога. Сигаретки у меня были. Да, у меня просто годовой запас на самом деле сигарет. Стресс минус 5.
все в избранном. Ладно, спатики. Надеюсь, я выздоровлю. Легкая тошнота. Неважно себя чувствовать. О, тошнота. Неужто меня все-таки заразили зомби-вирусом, а? Будет весьма обидно. Так, я хочу курить, да? Давай выкурим сигарету. Курить в доме — это вообще замечательная идея, почему бы нет? Незначительная боль. А чё у меня больно? За плеча? А проверял, интересно, этот дом? Мне кажется, нет. Чё? Чё ты делаешь? Ладно, неважно. Так прям прошлись по плите. По ящикам. Мороженка будет? Нет, увы. Вставные наушники. Заберу. Заберу, разберу. Будильник, мелки, ручка, видеоигра. Тоже ничего не весит, но можно разобрать, прокачать электронику. Ремень, подушка. Привет, родная. Музыка, конечно, вообще не к добру. Чё прокачал? А, дробящие, видимо. Блин, ну вы чё такую серьёзность-то врубили? Тошнота. Не хочу я умирать. Не буду. Да и в зомбя превращаться тоже. Этот трай должен был быть очень успешный. Прям очень-очень. Я не должен был умереть опять на второй серии. Ты меня еще куснях, а? Причем в этот раз меня не куснули, а походу замок сломан. Подцепил зомби-вирус из какой-то раны. У меня просто поцарапали и заразили. Да, ну серьезно. А если собрать палатку? Разбить. Что тут есть? О, обезболивающее. Круто, но поздно. Классно. Типа, если ты сидишь на водителе, то ты не можешь выйти из машины. Блин, классно тачка выглядит. Хочу себе такую. Но не хочу бить стекло на самом деле в ней. Она реально круто выглядит. А есть ключи от нее, не? Где-то тут гулял такой чувачок. Мне кажется, в эту игру все-таки надо вводить какое-то, знаете, лекарство типа от зомби-вируса. Пусть оно будет очень редкое, пусть оно, не знаю, там, делается при медицине в 10 единиц, но совсем без лекарства, и это не круто.
Ну, должен быть хотя бы, знаете, какой-то шанс на то, что зомби-вирус пройдет. То, что ты не заразишься, то, что, типа, не знаю, иммунитет у тебя победит. Я могу разбить это стекло? Блин, не вовремя. Ох, ни хрена себе. А откуда вы набежали-то? Но. Так, я знаю, чем кончается обычно такая херня. Паника. Сильная паника. Знаешь, чувак, я сам пересрался. Как они меня вообще услышали? Чё они пришли ко мне? Или типа там толпа зомби стояла где-то за домом, и она пришла просто? Ладно, давайте возвращаться потихоньку. Ух ты, какой красивый дом. Хочу. Да нет. Не-не-не-не-не, она с меня шляпу, кстати, сняла. Готово. Две зажигалки. Не знаю, на кой фиг я их, конечно, только собираю. Мне и двух хватило бы надолго. Чайный пакетик. Консервированный грибной суп. Давайте соль возьму. Вдруг буду что-нибудь готовить. А хозяева съехали, да? Ножовка. Полезная вещь. Как пила, только ножовка. Сырость. Так, а в чем перегруз? Грязные тряпки, молоток, отвертка. Ну и все, пожалуй. О, медицина. Пригодится. Салфетки, антибиотики. Выпил бы антибиотики, но они мне не помогут. Лопата для снега. Почему бы и нет? Кстати, неплохо урона вносит. Забавно. Что у тебя было? Кредитная карта. Штаны. И ничего полезного. А, это типа дом на продаже был. Понятно, почему там ничего толком не было. Так, а там я уже походу был, да? Хотя я бы, наверное, вскрыл сарайку, если бы я там был. Привет, приятель. Давай, вылазь. Рыболовная снасть. Тут нет озер поблизости. Или рек. Клей. Подарочек. Что за подарочек? Хочу подарочек. Сигареты. Спасибо, угодили. Надеюсь, в этот дом можно по-другому попасть. Не хочу греметь. Убирать остатки разбитого стекла. Но, похоже, придется. Чего мне, кстати, по бинтам? Да, все хорошо. Так. Нет, вылазь, вылазь.
Я еще и тут толпучку сагрил, да? Из-за того, что стекло убирал. Взял, просто приложил чувака. Блин, ну боевка классная, вот согласитесь же. Прям реально получаешь кайф, убивая зомби в этой игре. Точнее, в этой версии игры. Просто охрененно. Так, ладно, путь чист, путь чист. Бардач так и остался целоваться со стеклом. Ну, да черт с тобой. Карта Вестпоинта. Мы не Вестпоинт. Строитель там один. Возьму. Ух ты, блин. Фонарик. А, у меня уже места нет, да? Ну ладно. Не такая редкая вещь на самом деле в игре. Кухонный нож. А можно взять тебя? Давайте возьмем. Пояс левый, пояс правый. Стейк сырое. Я, кстати, есть хочу. У вас есть что-нибудь такое, что можно сразу съесть? Консервы. Сойдет. Съесть полностью. Консервированный картофель. Кстати, кто-нибудь когда-нибудь видел в магазинах или вообще где-нибудь консервированный картофель? Я, быть честным, нет. Может, у американцев это как-то принято? У нас вроде бы картошку не консервируют. Причем он же будет типа ужасно река на вкус. Или типа там вареный картофель консервируют. Блин, не знаю. Кто в курсе, напишите в комментариях. Что-то реально так задался этим вопросом, стало любопытно. О, отбили вот эти. Очень вовремя. Там по телевизору что-то интересное показывают. А, это радио тут фигачит. Говорят, надо смотреть канал Life and что-то там. Типа, можно прокачать скиллы, смотря этот канал Life and Living TV. Для книг нужны полки. Давайте сделаем книжную полку. Что-нибудь такое эстетичное, что будет неплохо смотреться. Очень умной девушке, которая сделает ее из трех досок и четырех гвоздей. А вот, строительство плюс 12. Пока это самое лучшее, что мне получалось. Что у нас в следующий раз? Кровать. Краснодеревщик. Прикольно, реально навыки качаются. Причем неплохо-то, походу, прокачались. Сразу 42 единицы дали. Иди сюда, родная. Так, ладно, я полный. У меня все сумки полные. Давайте возвращаться домой. Курить я хочу. Я даже перегружен, кстати говоря. Живучий гад был. Ух ты, я промазал.
белые кроссовки. Надеюсь, я правильно двигаюсь, потому что, быть честным, я такой крюк сделал, то что сейчас плохо понимаю, где нахожусь. Но учитывая то, что здесь есть мертвые зомби, то, точнее всего, да, я на верном пути. Так, давайте покурим. Да, вот мой дом. Мой дом, моя машина без бензина. Тошнота. Да, дом, милый дом, полный крови, но кого это волнует, правда? Так, берем все вот это вот добро и прям скопом так выкидываем. Кстати, такой большой шкаф, а всего на 25 килограмм. Такое себе. Еды скоропортящейся у меня там не было. Трубу вот можно было только собрать, потому что бита себя неплохо чувствует на самом деле. Так, и второй ящик. А, типа они в избранном, я не могу их выкинуть. Ну ладно, пусть будут со мной. Консервный нож мне тоже пригодится. Чего-нибудь перекусить. Пистолеты, пистолеты. Коробка патронов с картечью. А сколько у меня вообще патронов? Пустой ящик. Саквояж, подушка, носки. Ну, на самом деле не так-то уж и много, да? Здесь... А, ну хотя 24. Двухствольное орудие. И получается здесь, если вынуть... Ну, слушайте, на самом деле дофига. Как бы мне только, знаете, так половину сразу же взять в руки. Вот, взять половину. А остальное в сумку. Так, бита нам не понадобится пока. Перегруз все еще. Чем я перегружу? Неужто патрон так много весит? Давайте нож тоже положим в сумку. А, я типа мало могу сейчас таскать из-за того, что болею. Давайте зажигалку, сумку. Куртку офицера снимем, она тоже тяжелая. Все равно, блин, перегруз. Может, мне что-нибудь объесться? Типа вот брокколи. Не помогло. Что я еще могу съесть? Консервы какую-нибудь могу съесть. Пить полностью. Да, я хочу сделать то, чего делать в этой игре на самом деле не стоит. А именно пойти пострелять с огнестрельного оружия. Давайте повесим его на спину. Я умираю, мне терять нечего.
Единственное, то, что желательно это сделать где-нибудь, знаете, подальше от моего дома, чтобы, если что, я еще мог забежать. Мы дойдем до перекрестка и там поагрим какие-нибудь толпы зомби и начнем стрелять по ним. Все это будет, конечно, криво и косо, а хотя бы потому, что у меня не прокачана стрельба вообще никак. А, ну еще я паникую. Я уж представляю, как он будет трясти ружьем, когда за ним будет идти толпа зомби. Опять перегруз, да? Кабура, нафиг ты мне нужна здесь, да? 13 кг. Консервный нож. Не, у меня так сильно перегруз. Ничего, патроны отстреляем. Будет меньше. О, давайте вот с этих ребят начнем. Давай, иди сюда. Сюда. Камон, подходи по одному. По-моему, сила дробовика в том, что он может убивать за раз несколько зомби. Ну или хотя бы ранить. Эй, перезаряжайся. Да, уже толпы сбежались. Так, не надо только меня грызть сразу же. Так, ладно, это будет не круто. Так, перезаряжайся. Он еще некоторое время, по идее, должен сводиться. И тогда он лучше прицелиться. Вот он типа сводится, свелся, убил. Делает он-то, конечно, целую вечность. Не свелся, в упор, промазал. Что там, стрельба-то качается? Да, качается, но очень мало. Когда стою, кстати, лучше попадаю. Блин, сколько у вас тут, а? Ну, собственно, наглядная демонстрация, что будет, если вы начнете палить в городе. А такая дичь будет. Просто огромная куча зомби, которые будут желать вас сожрать. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, беги. Блин, чувак в каске. Я уже где-то в лесах вообще в каких-то. Что у меня, кстати, там по патронам? А, да, еще дофига. Еще стрелять, не перестрелять. Интересно, а хотя бы чуть-чуть меньше их численность. Да как ты мог промазать, блин, вообще? Да, это, наверное, одна из немногих игр, где ты стреляешь в упор с дробовика и при этом мажешь. Реализм. Ну, я, правда, на панике там. У меня чрезвычайная паника, поэтому, ну, ничего удивительного. Да, блин, вот это вот вообще не кстати.
Бля, он не может, кстати, бежать, пока не перезаряется, что тоже хреново. Патрончиков, кстати, остается не так много. Но у меня еще в сумке, по-моему, 35 штук. Оружие. Оружие, кстати, потихоньку тоже ломается. Такое себе. У меня, конечно, возникает логичный вопрос, как я потом буду спасаться от этой толпы зомби. Походу, немного приноровился он к ружью. Уже не так хреново стреляет. Хотя навык все еще не прокачан. Перезарядка, кстати, вообще не качается. Видимо, надо перезаряжать что-то другое. Не ружье, не дробовик. Куда я пришел? О, кстати, я там урон получаю. Здрасте, мордасти. Все, патронов нет, патронов нет. Чрезвычайная паника. Мне кажется, уже за город вышел, нет? Куда вот эта дорога идет? Чем мне интересно знать, я получаю урон? Заколоченный дом. Прикольно. Будем знать, что он здесь. Кстати говоря, если у вас есть пила, вроде бы из вот такого двухствольного ружья можно сделать обрез. Не знаю, правда, чем он лучше обычного дробовика. Как-то не умерла, интересно, после выстрела упора. Текс. Ну а сади патроныч. Еще можно повеселиться. Не, ребят, так просто я не сдамся. У меня есть патроны, мне есть чем отстреливаться. Стреляю, правда, крайне хреново, как я смотрю.
С дробовиком, чувак, ты бы точно не выжил в этом городе. Чувак с сумкой. Ай, плохо дело. Да, капец, он, конечно, косой. Но система сведения довольно занятная, как мне кажется. То, что типа ты сводишься, потом стреляешь. Можешь поразить несколько сразу зомби, если где он повезет. Как вот это произошло? Я целился вот этого чувака, убил того, кто шел вообще сзади где-то. О, кепку снял. Ошибись. Блин, кстати, не так-то уж и много за мной ходят. Хотя не, их до хрени еще за мной ходят. Текс, бежать. Кажется, я свернул не на ту дорожку. А что, патроны все? Есть же еще патроны. Давай перезаряжайся. Не все еще отстреляли. Наверное, надо было взять с собой бета-адреналиноблокаторы, и тогда бы я стрелял лучше. Ладно. Я думаю, ворошиловский стрелок отстрелял свое. 4 патрона с картечью? Ну, пусть останутся. Нет зажигалки. Блин. Давайте попробуем уйти от этой толпы. Вряд ли, конечно, получится. Хотя, типа, вот если где-нибудь вот здесь пройти через эти леса, они потеряют меня из виду. И, в принципе, все. Я ушел, наверное. Берем классическую биту. Увидели там. Угу. И просто валим домой к себе. У меня все еще тошнота, усталость. Я проголодался. Я получаю урон какого-то лешего. О, машина, кстати, которую нашел в самом начале. В ней бензина, по-моему, нет. Блин, быть честным, думал, то, что меня покарают за то, что я стреляю в городе, но мне удалось уйти, не пострадав вообще. Встал, конечно. Спать хочу. Но это все не так страшно.
А вот и дом, милый дом, да? Отлично. Так, прежде всего покурить. Проголодался. Чем могу такого съесть вкусного? Консервированные бобы. Сойдет. Открывай. Съесть полностью. Вкусняшка. Отлично, сытно поели. Дискомфорт, что-то не так. Тошнота, усталость. Передохните. Что именно не так? Все хорошо, приятель. Рваная рана. Давай продезинфицируем ее. И стерильный. Чем мы, кстати, перебинтовываемся? Там что-то стерильное, да? Ладно, неважно. На плече все хорошо. Давайте поспим. Полдесятого. Дом у меня забаррикадирован. Можно спать спокойно. Ничего не опасаюсь. Блин, ему прям все хуже и хуже. Он же болеет. У него нервный срыв. У меня сильные раны. Блин, да все еще верю, что я выживу. Нет? Может, все из-за того, что рваная рана, она типа это гноится. Хотя вряд ли, конечно. Ладно, мотив всей песни мне понятен. Где мое любимое средство? Вот оно, вкусняшка. Покурим напоследок. Глубокая депрессия. Будет забавно в итоге, если я не превращусь в зомби. А это все было, знаете, просто болезнь. Давайте конфетку съедим. Знаешь что, приятель? Ты умрешь во сне. Без боли, без страданий. А есть у меня что-нибудь алкогольное выпить? Не, напоследок. Вроде бы не, вроде бы я ничего не находил, да? Жаль. Ладно. Вы недостаточно устали. Давай еще одну примем. Критические ранения. Не хочется уходить в эту ночь. Придется, приятель. Придется. Спи спокойно. Блин, он проснулся от боли в шее, чтобы умереть от смертельного урона. Некроамбулизм. Неожиданное желание есть людей. Да, все-таки это был зомби-вирус. Он такой, о, встает. Понятно. Но это был на самом деле первый раз за это время, что я снимаю зомбоид, когда меня заразили не через укус, а именно через царапину. Ну, судя по всему, через вот эту вот рваную рану. Бывает и такое. Ладно, я надеюсь, вам понравилась эта серия. Я надеюсь, вам понравился этот трай. С вами, как обычно, был Кейн. Всем удачи и пока.